вами приготовим оригинальную, очень красивую и очень вкусную, шикарную закуску для вашего праздничного стола. Для этой закуски нам потребуется яйца, я их предварительно отварила и очистила, немного сыра, один зубчик чеснока, несколько зерен граната и кукурузы, далее веточки укропа, желательно, чтобы укроп был свежий, зеленый лук, крабовые палочки или крабовое мясо, для украшения немного свежего огурчика, а заправлять мы все будем майонезом. У меня майонез покупной, при желании вы можете приготовить майонез в домашних условиях. Берем яйцо и с двух сторон слегка срезаем белок. Затем яйцо разрезаем напополам. При помощи чайной ложки мы будем удалять желток. Желток мы будем использовать для начинки. Начинка будет очень вкусная и нежная. Мелко нарезаем зеленый лук. Для приготовления блюда подойдет только зеленый лук, но не репчатый. Добавляем его к желткам и все хорошо перемешиваем. Далее нарежем крабовые палочки или крабовое мясо. Нарезайте, чем меньше, тем лучше. Добавим к желткам и зеленому луку, все перемешаем. Через пресс выдавим 1-2 зубчика чеснока, немного подсолим и слегка заправим все майонезом. Перемешаем, если начинка будет слегка суховата, добавьте еще немного майонеза. На мелкой терке натрем сыр. Сыр можно брать любой. Перемешаем. И начинка готова. Выкладываем белки на большую тарелку. Я взяла тарелку белого цвета. И при помощи кондитерского мешка или шприца заполняем плотно белки. Заполняйте так, чтобы у вас образовалась небольшая горка. Вот такая красота у нас получается. Далее берем свежий укроп и по всему периметру украшаем фаршированные яйца, чтобы у нас получилась красивая нарядная елочка. Такая закуска очень смотрится красиво и оригинально на вашем праздничном столе. В середину тарелки я добавляю немного огурца, которое я потерла на терке для корейской моркови. Ставлю болгарский перец и сверху шляпку из помидора. Получается вот такой замечательный гриб. И в нашей елочке украшаю гранатом и кукурузой. Вот такая оригинальная закуска у меня получилась. Сделаю небольшой снежок из мелко тертого сыра. Вот такая красивая, оригинальная и очень вкусная закуска из фаршированных яиц у меня получилась. Это красивые нарядные елочки, которые можно легко приготовить, и они порадуют всех ваших гостей. Если тебе понравился рецепт приготовления, ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также подписывайся на мой второй канал, где ты увидишь много бюджетных покупок и видео из моей жизни. Зайди в группу ВКонтакте в Одноклассниках, поделись своим интересным вкусным рецептом, а я для тебя его приготовлю. А вам всем скажу, готовьте с любовью, и все у вас получится. Всем пока-пока, до новых встреч!